сорт сверхострого перца Brine Strain Red. Этот сорт относится к сверхострым сортам. Острота у него от миллиона до 1 350 000 паскалей Сковеля. Это очень и очень острый. Высота такого кустика может достигать от метра до полутора. Если выращивать его в домашних условиях, на подоконнике, она будет где-то в пределах 60 сантиметров. Очень интересный сорт. Такие пупырчатые у него плоды. Срок созревания такого перчика от 160 дней. Он имеет фруктовый аромат и с легкой ноткой хабанера. Это вот такие вот плоды. Вот я один уже кустик ободрал. К примеру, нижние плоды, они немножко не такие шершавые, к примеру, как вот верхние уже. Верхние, они уже более так вот насыщенно, более пупырчатые. Посмотрите, наверное, камера передаст. Вот такой вот цвет. Созревают они от зеленого цвета. И вот появляются пятнышки на них. И они краснеют. Стрелочки могут иметь форму скорпиона. Вот, например, вот такую вот. Либо слегка вытянутые. Вот здесь видно. Вот она вытягивается. Либо как скорпион. Вот такая вот. Очень высокоурожайный сорт. Такие вот красавцы. Такие вот стрички.